Вообще время университетское – это самое классное время в жизни. Вы берите максимум. Нам идти надо вперед. А университет для того и создан, что здесь, с одной стороны, свобода, равенство и братство, а с другой стороны, рост. Значит, это очень много для меня, потому что с первого курса я стремилась к этой награде. Вот. Но сегодня не только лучше будет у меня студенческое профбюро, я еще и лучший студент. Это очень прекрасно, что к концу четвертого курса я получила все, что хотела, достигла все свои цели, и можно теперь спокойно писать диплом. Это очень классный формат. Как по мне, одно из главных его преимуществ – это то, что не только вы тут, допустим, студенческий совет, то, что тут все студенческие самоуправления. Мы обсуждаем какие-то темы и понимаем, что в каком-то месте мы можем объединиться, в каком-то месте надо друг другу помочь, и лучше узнаем о взаимодействии друг с другом, чтобы строить вуз будущего.